Привет! Что читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Юрий Черный. Алексей Сальников. Прозаик, поэт, автор нашумевшего романа «Петрова в гриппе и вокруг него». Его новый роман вновь номинирован на премию «Большая книга-2019». В романе опосредованно представлена альтернативная реальность, в которой стихи не просто текст, а настоящий дурман. Девушка Лена пишет свое первое стихотворение, а потом не может бросить. Стихи становятся для нее и горем, и утешением, и способом заработать, и колдовством, и частью быта, ближе родных и друзей. От них не избавишься, их не выкинешь из головы, от них никуда не деться. Куда заведет героиню страсть к написанию стихов? Можно узнать, прочитав книгу, которую вы сможете найти в центре чтения Дворца книги. А вы читали Сальникова? Делитесь в комментариях.